Началась зима. В республике еще с конца осени прочно установилась минусовая температура. Однако лед на водоемах еще не везде достаточно окреп. Как итог, несчастный случай. К сожалению, есть уже вот у нас вчерашний случай. Несчастный — это в районе Козловки. Мужчина 75-го года рождения возвращался с левого берега, со стороны Мариэл, пешком по Волге. И буквально не дошел 50 метров до правого берега, до Козловки. Попал в полынью. Хотя лед в том районе, он уже приличный, более 10 сантиметров. Но есть места, из-за подвижки льда образовывается вот эта полынья. Это было дневное время, солнце светит. Попытались помочь ему рыбаки, те, которые рядом находились. Подъехали и спасатели наши, которые дежурят в Козловке. Но от переохлаждения и по состоянию здоровья уже человек не выдержал.